Липарит Мкртмян, нали? Правильно? Липарит, заповядай. Пусть Бог благословит. Драгоценный, для меня большая честь сегодня быть в Доме Божьем. Скъпоценни, за мен е голяма чест днес да се намирам в Божия дом. Ощущать Его присутствие. Да усещам Неговото присъствие. Аллилуйя. Аллилуйя. И вы знаете, я не буду говорить то, что я хотел сегодня говорить, речь. Няма да говоря онова, което исках да ви. Я хочу сказать вам драгоценное сегодня. Искам да ви кажа, скъпоценни. Во имя Иисуса Христа. В имя на Иисус Христос. Услышьте то слово. Чуйте онова слово. Которое Господь говорил через этого брата сегодня. Господь и говорил через тот брат. И пусть это слово. И нека това слово. Принесет большой плод. Да ви носи голям плод. Во имя Иисуса Христа. В имя на Иисус Христос. Потому что большая редкость. За что-то голяма рядкость. Услышать рема от Господа. Да се чуе думи от Господа. Живое слово. Живо слово. Которое даст жизнь. Аллилуйя. Което ще ви даде живот. И как раз вот это семя, эту манну. Това семя и тази манна. Хранили во святое святых. Се пазили со скрижалями и святая святых заедно со скрижалями. Пусть Господь вас обильно благослови. Господь обильно ви благославя. Хочу очень кратко добавить, дорожа вашим временем. Искам на кратко да ви добавя. Лично от себя. Лично от себе си. Для меня большое благословение быть в вашей церкви. За мене голямо благословение да бъда в вашей. И благодарю Бога, когда я первый раз увидел вас. Я благодаря Господь за първи вашу церковь. Когато аз видях вас. На Пенуэле, когда мы проводили. Ваша церква. 2 года назад. Когато провеждахме. 3 года. Эммануэл преди 3 години. Да. Я увидел любовь Божью, любовь, которая была в вашей церкви. И когда я вспоминаю город Варну, когда я вспоминаю вашу церковь, я вспоминаю ту любовь, которая была между вами. Я хочу сказать вам очень короткое слово. Храните эту любовь друг к другу. Пусть Господь благословит вас. Это путь к благословению. Храните церковь. Храните друг друга. Молитесь друг за друга. Благословляйте друг друга. Благословляйте пастыря. Аллилуйя. Я не говорю, потому что я его знаю. Бывает, мы говорим жестко. Но я хочу сказать, это дети Божьи. Это служители Божьи, которые имеют Слово от Господа и двигаются Божьим путем. И те се движат по Божия път. Храните церковь. Пазете църквата. Будьте вместе с Иисусом Навином. Бъдете заедно с Иисус Навин. Который увидел этих великанов. Който увидел онези великани. Он увидел ихнюю мощь. Той ги видял. Он увидел ихнюю силу. Тяхната мощь, тяхната сила. Но он сказал. Обаче си е казал. С Богом мы пройдем. С Бога ни ще минем. С Богом мы будем на финише. С Бога ни ще сме на финише. Будьте вместе с Иисусом Навином. Бъдете заедно с Иисус Навин. Будьте вместе с церковью. Бъдете заедно с църквата. Будьте вместе с помазанником Божьим. Бъдете заедно с помазанником. И придите к финишу. Аллилуйя. Идете до финиша. Путь, который Бог дает. Вашей церкви, аллилуйя, церковь, который идет через служителей, это благословенный путь. Това е благословен път. Пойди путем Иисуса Навина, по пътя на дойди до конца и, стигнете до края, и получи благословение. И, благословение. И моя краткая молитва, и моята кратка молитва сегодня вместе с служителями, которые на этом месте, что Бог благословил Бог да благослови ту цель, которую Господь дал вашей церкви в Варне. Бог е поставил тук, в а я ощущаю всем естеством своим, что эта церковь создана по воле Божьей. У ней своя задача, аллилуйя. И мы будем молиться, чтобы Бог благословил, чтобы эта задача, она осуществилась, аллилуйя. И были разрушены все козни дьявола, которые мешают этому движению, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Это Божье дело, аллилуйя. Я призываю тебя, стань вместе с Иисусом Навином, да Навином и иди Навин с Моисеем в Божью обетованную землю. Аллилуйя. Давайте земля. Мы встанем на наши ноги, и мы кратко помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за это время, которое Ты нам даешь. Мы благодарим Тебя за это слово, за эту пищу, которую Ты нам даешь, храма нас. Слава Тебе, Ава Отче, Дух Святой. И я благодарю Тебя, что Ты на этом месте. Аллилуйя. Бог любящий, Бог действующий. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь.
Я, Господь, благодарю Тебя за эту церковь. Я благодарю за брата Геннадия. Аллилуйя. Я благодарю, Господь, за его верность. Господь, за видение, которое Ты дал ему. Аллилуйя, Господь. И он откликнулся на Твой зов, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за моих братьев и сестер. Господь, за каждого брата, аллилуйя, за каждую сестру, аллилуйя, в церкви этой, Отче. И мы молим Тебя ради Иисуса, Отец. Благослови, Господь, их во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть Твоя победа, она будет, Господь, в этой церкви. Я молю о Твоем благословении, о Твоем единстве. Убери всякое ненужное, все ненужное, Отче, убери во имя Иисуса Христа. Я молю, пусть Твое единство, пусть Твоя сила, аллилуйя, Господь, будет в этой церкви. Я молю о Твоей победе, о Твоем благословении, о силе Божией. Пусть они сильно пройдут этот путь, который Ты определил для них, аллилуйя, и пусть Твое имя будет прославлено, Отче, во имя Иисуса Христа, когда они исполнят, Господь, волю Твою, сила Твоя пусть действует, когда дети Твои будут служить Тебе, во имя Иисуса, благослови Кроманас, пусть эта церковь имеет силу, аллилуйя, о, благослови, Отче, их во имя Иисуса Христа, ограда Твоя, единство Твое и любовь Твоя, аллилуйя, пусть будет с ними сила Твоя, крама нас да умножится, Абба Отче, ради Иисуса, крама нас, слава Тебе, Абба Отче, мы благодарим Тебя, аллилуйя, о, благослови, благослови, пусть пределы, Господь, они распространятся, аллилуйя, во имя Иисуса, мы благословляем их, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь. Божьих вам благословений. И последнее, что я хочу вам сказать. Вы знаете, Слово Божье говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Аллилуйя! Не смотрите на старт, не смотрите на начало, аллилуйя, а смотрите на то, что Бог даст вам. Было время, благословенный брат Воронаев, далеко в Америке он услышал слово, и он приехал в том числе и на вашу землю, в Болгарию, с женой, со своим другом, с детьми, практически не имея денег и не имея доступа попасть в то время в коммунистическую Одессу. И он мог посмотреть на это время, на безденежье, на отсутствие возможности попасть к этим коммунистам и сказать: «Боже, что я здесь делаю?» Но он смотрел то, что говорил Дух Святой. Он смотрел на откровение, и он пошел дальше. И Бог благословил большим служением, большим братством, большими плодами. Не смотрите то, что имеете сейчас. Смотрите то, что Бог вам даст. Благословение вам. От всего сердца желаю и верности Господу во имя Иисуса. Аминь.